Это Алёша, но они тоже не знали, в воскресенье-то приехали, а что-то в воскресенье не работает. Молодцы. Вы молодцы. Ну, это, видите, с нуля. У нас, видите, человек должен доказать, первое, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Один приехал, а дальше имеет средства построиться с нуля. Он приехал, у меня все есть, но матерюсь. Я, говорит, не могу, говорит, как же, что у меня вылазит. Ну и с этим и уехал. На днях приезжали с Горного Алтая муж, жена и сын. Уже большие. Ну все места смотрели, там он за первым домиком. Только осенью надо дом продать сначала. Вот с этой стороны, когда вот этот край стешим, тогда эту глину можно перетащить. Ну, думай о нашем тополе. Что, свалим? Вот, а Алёна, то ли не все тоже. Это старшая сестра у нас, такое звание, не по возрасту, а... Должность. Должность у нее такая, заботиться о всех. Должность не за деньги. Так, ну, подожди-ка. Так, Люба, мы приехали. Как? Все, как включаем? Мы сейчас что-то найдем, покормить вас. А завтра уже у нас определенный человек будет работать. Мы же не знали, приедете или нет. А это Алешин козел. Это наша машина, Роман вот этот. С Украины. У нас крещение нынче было. Приезжал. Одна баптистская семья приняла крещение. Один из Италии приезжал. Украинец. Да, забыл. А надо без Игоря никак. А, ну появится тогда он нормально. Он утром приедет. Он утром вот будет. Это вот дом, это главная техника вся у него. Это ферма. Вот, шприц ему надо по этому. Иначе, у Романа тоже много всего есть. Да, это могут, надо спросить его. Ну. Чуть-чуть гусеницу подтянуть. Пойдем. Подойдешь к Роману, спросишь. Значит, давай-ка договоримся. Так, бульдозеры с начала работы, тронулся с места. Это все это. Так, за доставку из города Барнаула 150 километров сюда, 150 обратно. 300 километров по 70 рублей. По 70 рублей 21 тысяча. Да. Так? А дальше начинаются ваши подписи. Я покажу. Ваша подпись? Да. Все как есть. Так. 2017 год. Говорите. Эльвира, это самое. Сейчас перезвоню. Перезвоню, говорю. Да. Напишите. Доставка бульдозера. 150 километров. Доставка. Доставка бульдозера. От Барнаула? Из Барнаула. Из Барнаула. Потеряевку. Потеряевку. Бульдозер уже стоит. Да, я вижу. А бульдозерист новенький или новый? Новый. Да, это за третий пошел. Вон там, который стоит. Ну, все понятно. Вихрь звать его. По росписи. Напишите, 21 тысяча рублей. Да? Смотрите, как число из Барнаула. Число, число. Сейчас я подпишу. Смотрите, из Барнаула в Потеряевку 150 километров умножаем на 2, 300 километров умножаем на 70 рублей, 21 тысяча. 21 рублей. Тысяча. Так, сегодня у нас 15. 15.07. 2017. А за 15? А сегодня 16? 16. Ну, 16. Переправлю 16. Все, 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 все. Держите. 2. 3, 4, ну, палки мы получим. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21. Спасибо. Все в расчете, да? Да. Ну а потом, потом окончательно. Так. Так, правильно все? Так. Рублей. На слово получил, вы не поставили здесь. Получил. На занятия идут. На занятия. У нас занятия каждое воскресенье. Хотите, можете поприсутствовать. Воскресная школа. Изучение Святой Библии. А у вас есть наша визитка? Нет. О-о-о. Вот эта визитка. Здесь 7650 наших роликов только. На канале. Верните там. Все, понял, спасибо, и посмотрим. Здесь YouTube, и вы, если на наш сайт зайдете, там 50 книг моим голосом насчитано. Можете Архипелаг ГУЛАГ скачать, слушать и Библию, Златоуста. То есть в мировой сети больше нигде этого нету. Материал очень сильный. И тут же 41 мои книги помещенные найдете. Спасибо. Слава Христу. А у вас есть связь с интернетом? Нет. А может у сына у кого? У сына есть. Дело в том, что они посмотрят и вас тут увидят. Я обязательно посмотрю. У нас все снимается. Вот видите. А вот как сейчас работать будет, это показывает все. Вот, кажется, ну, через там неделю появляется, потому что я не ставлю. Я отсылаю в другой город, где там модераторы работают. Понятно. У нас огромный ресурс. Сейчас нас они засняли, покажут. Так, вы в следующий раз будете так же ставить его, или вот так вот здесь развернуться и вот так прямо ставить? Да, лишний раз разворачиваться не надо. Ну, который был до этого, он его ставил вот так, вот, чтобы обе двери было видно. Я говорю, лишний раз тоже крутиться. Ну, а крутиться вот здесь, повернуться только, и все, разворота так и так. Не вот надо, пусть он встал и стоит. Не надо. Подъехал. Прямо вообще против он так крутится. Становился. Да, а то он все, тут набуровит. Сейчас я, пойдем, посмотрим жилище его. Пойдемте. Сумочку возьмите. Давайте. Собакин какой у нас. Новая порода, какая-то американская какая-то. У него сейчас 4 собаки здесь. Ой, собаки. Проходите, Виктор. Будь как дома. Молодец, молодец. Это молодой овчарка. Там еще, у него еще две есть, у Сергея. Они в другом месте. Прошлый год-то здесь такая. Да, вот, да, да, вот. Ну, все отлично, чисто. Все. Здесь тут Сергей находится, второй, это, который с собаками. Он никак не помешает, наоборот, даже где подсказать, что вода за этим столом, это вот берете там, извините, за этим столом будете обедать. Тут, кажется, у них даже плитка есть, чайник. Да. Все. Это из самана сделано. Ой, коровашка. Они проездили, я к ним раздавал, дома в Тихом океане искупал. И прошли Европу до Португалии в Лиссабоне. А потом в Скандинавию прошли и Прибалтику. Вон мы это сказали. Собаки. Ну вот Виктор. Все, мы на занятия уходим. Надо покормить. Солярку или масло сразу там хотя бы за полдня, чтобы довезли. Это по прямой здесь километров 7. А в объезд километров 15. Поэтому заранее все это, чтобы успевали. Вот. Когда заправщик придет, ты канистры набери соляркой, чтобы они у тебя стояли. Чтобы где-то вдруг, где-то грязь будет или что, это самое. Сейчас у тебя там почти полный бак, тебе хватит. Все. Все, вот слушайся, вот твой шеф, значит, наставник, прораб. Так, мы рассчитали за подвозку. Все, это не его вопрос. Это не мое. Каждый день мы как. Потом я приеду и все. Если ему на что-то там, на сладости какие-то надо, дадите, спросим. Ну да, из этих денег. Да, 200, 300 там сколько. Не надо. Не надо. Тут все. Покупать-то нечего. И не около. Ну вдруг на танцы пойдет. Мне только иногда. Может пока в школу сходить. Хорошо.
Все, до свидания. Мне драглайн нужен. Я бросил. Все, я сейчас. Да, не проблема, их сейчас уже нет, этих драглайнеров. Там. Есть. Ну, сейчас же мы с тобой нашли. Ну так в каком состоянии? Ну надо смотреть, делать. Поэтому сейчас будем с этой. Сейчас я буду заниматься. А вы говорили, на каком-то, какая у него стрела длина? 24 метра кран автомобильный. У него два троса. Но я сейчас не могу найти вот такие вот. То есть он одним тросом выпускает, а второй трос тянет, он второй берет. Он, наверное, куба 2. У кого лежит этот самый грейфер, он сейчас на севере. Кран бы поднял, этот трактор бы бережок вычислил, чтобы кран встал. И вот он, считайте, грубо говоря, от себя, ну не 24 метра лежа стрела, но 15 метров от себя бы, грубо говоря, брал. Драглайн нужен на веревке сейчас. Он на гусенице. Ну а с тополем, вот те вопросы к Виктору после работы или как он там занимается. Тополем разберемся. Ну только в конце, когда все сделаем, чтобы у нас было. Хорошо. Так, только дверки открой, если тополь будешь валить, чтобы выскакивать чуть-чуть. Ну, то он это, пойдет и на тебя. До свидания. До свидания. Еще раз. Всего хорошего. До свидания. Так, до свидания. Не трогать раньше времени. Да. Я сказал примерно сколько. Мне все, я забыл, и вы тут это руководите. Ну, он говорит, что еще скажете, то это будет делать. Нам нужно, чтобы это все удавить, где было. В прошлом году он ездил, а края не удавил, и она отсеклась, и все. Это наша ошибка большая была. Сейчас, если мы не принесем, а прямо отведем к себе. Пойдемте. Все, забудем. Так, Володя, ты иди сейчас на занятия. Пусть идут там. Ладно. Я подожду, сейчас подожди, такая.